Здравствуйте, уважаемые коллеги. 13-я международная конференция «Зимняя школа по психологии состояний» объявляется открытой. Ура! Спасибо. Приветственное слово предоставляется заведующим кафедрой общей психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, доктору психологических наук, профессору Александру Октябриновичу Прохорову. В силу того, что я уже старый, наверное, поэтому если вспомнить, с чего началось все это дело. Когда-то защищались ученики, и они говорили, а что ж, да, приезжали на кафедру ко мне, сидели, разговаривали, говорили, ну а что вот мы так собираемся, может быть, по одному, может, как-то договоримся, вот Василию Татьяну Николаевну, здесь сидящая из Челнов, она говорит, давай, может, будем собираться, ну и начали собираться. Сначала так вот каждый приносил к чаю что-нибудь, сидели, разговаривали о психологии состояний, потом это стало вот в плане факультета психологии, потом на региональный уровень, так сказать, регион начал собираться, потом у нас всероссийские конференции, это уже 13-я конференция, которая является уже международной, и мы провели 3 года назад юбилейную 10-летнюю, 10 лет была конференция, то есть вот конференция развивается, расширяется, и в этом году первый опыт такой, что ее организуют аспиранты. Алексей Назаров — это аспирант, который фактически является председателем оргкомитета, и всю работу он делает вместе со своими друзьями-аспирантами, магистрами и студентами. Вот. Ну и я полагаю, что вот очень многое на этой школе решается. Мы обучаемся, у нас тренинги, у нас мастер-классы, мы повышаем свой уровень, так сказать, подготовленности теоретической и знания. Это очень важно для того, чтобы в будущем быть профессиональным психологом и решать те проблемы, которые встают перед людьми и перед тобой лично. Так что я желаю вам успехов, радости, вот этого познания, общения. Благодаря школе можешь завести друзей, потом встречаться очень долго, так сказать, и так далее. Всего вам доброго и успехов. Как известно, Казанский университет является одним из старейших университетов России. И сейчас вашему вниманию будет представлен о нем фильм. Пожалуйста, наслаждайтесь.
Казанский университет был создан указом Александра I в 1804 году и стал третьим университетом в России. Казанский университет являлся самым восточным в Российской империи. В его округ входили Поволжье, Прикамье, Приуралье, Сибирь и Кавказ. Мировые знаменитости. Писатель Лев Толстой, основатель советского государства Владимир Ленин, изобретатель видеомагнитофона Александр Понятов и многие другие были студентами Казанского университета. Великий математик Николай Лобачевский был ректором Казанского университета. Указ президента Российской Федерации трансформировал Казанский государственный университет в Казанский Приволжский федеральный университет в 2010 году. В результате масштабных преобразований в состав университета вошли 7 вузов республики. Общее количество студентов возросло с 16 до 44 тысяч. Количество иностранных студентов за это время превысило 6 тысяч человек. Приехали они к нам из 94 стран мира. Возрастной срез научно-преподавательского состава университета помолодел с 52 до 44 лет. Основываясь на стратегию научно-технического развития Российской Федерации, запросов общества, государственных органов и бизнеса, в Казанском федеральном университете выбраны приоритетные направления развития. Биомедицина и фармацевтика, перспективные материалы, нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, инфокоммуникационные и космические технологии, социогуманитарное направление. Участие в приоритетных направлениях ученых-физиков, химиков, биологов, математиков и гуманитариев сформировало тренд на устойчивый рост Казанского федерального университета в глобальных предметных рейтингах. Все приоритетные направления в эпоху цифровизации буквально пронизаны цифровыми технологиями. 3 структурных подразделения математического и IT направления сосредоточены над созданием новых роботизированных технологий, систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. В соответствии с приоритетными направлениями в Казанском федеральном университете появились совершенно новые направления научно-технического развития. Вернулось в лоно университета медицинское направление. Появился Институт фундаментальной медицины и биологии, главной целью которого стала подготовка врачей-ученых, врачей-исследователей. Здесь учат студентов не только за партой, но и в поле, вернее, в симуляционном и инжиниринговом центре медицинских наук университета на тренажерах, разработанных в Казани. Подтверждением инновационности данных образовательных технологий может служить тот факт, что японские университеты закупили разработки и успешно внедряют подходы Казанского федерального университета в свои образовательные процессы. Концепция Open Science реализуется в Казанском федеральном университете созданием Open Lab, открытых лабораторий и центров превосходства с участием ведущих мировых ученых. На данный момент функционирует медицинский кластер КФУ, в составе которого Институт фундаментальной медицины и биологии и собственная университетская клиника, которая по сути является площадкой трансфера научных биомедицинских исследований в прикладные технологии. Около 90 тысяч человек прикреплено для обслуживания к университетской клинике. Имеется 870 койко-мест для лечения в стационаре. В клинике внедряются новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и оказываются другие виды высокотехнологичной помощи с включением новых технологий, использующих результаты генетических исследований. Новый институт геологии и нефтегазовых технологий активно внедряется в сферу научно-прикладных задач по добыче и переработке углеводорода в мире. Здесь обучаются иностранные студенты из различных стран. Проводятся исследования в области подземной переработки нефти для крупных нефтяных компаний Китая, Латинской Америки. Студенты магистранты принимают в этих исследованиях активное участие, разработаны свои технологии и оборудование собственного производства, не имеющие аналогов в мире. Инженерное направление, так необходимое для внедрения разработок в той же медицине и не только, представил новый инженерный институт. Здесь активно развивают робототехнику и аддитивные технологии, используя 3D-печать для создания в медицине различного рода имплантов. Набережно-Челнинский институт университета является базовой образовательной площадкой для автомобилестроения Прикамского региона, а также для ведущего мирового производителя бытовой техники «Хайер». Выдающаяся химическая школа помогает продвижению проектов по медицине, биологии и нефтегазовому направлению.
Открытие совместной с университетом и Нижнекамскнефтехимом катализаторной фабрики являются ярким примером участия крупного бизнеса в проектах КФУ. Ученые физики работают над квантовыми технологиями, новыми перспективными материалами и инфокоммуникационными технологиями. Изучение Вселенной при помощи современной инфраструктуры с телескопами в Турции и на Северном Кавказе продвигает университет в крупных международных проектах. Свой университетский планетарий дает возможность реализовывать уникальные образовательные программы уже в рамках социогуманитарного направления «Учитель 21 века». По педагогическому направлению Казанский федеральный университет занимает второе место в России. Два лицея КФУ являются трансферами технологий педагогического образования, где студенты имеют реальную возможность применения на практике полученных в процессе учебы знаний. Прекрасные телестудии. Самое современное телевизионное оборудование предоставлено для будущих журналистов, которые практикуются на студенческом телеканале «Универ ТВ», транслирующем свои программы в эфире и кабели не только Татарстана, но и других регионов России. Ученые с мировыми именами, такие как Нобелевский лауреат по химии Хакиро Сузуки, Нобелевский лауреат, почетный доктор Казанского университета Рио Джинайори, а также Нобелевский лауреат, почетный доктор Казанского университета Жерес Алферов, читают свои лекции в стенах старейшего учебного заведения России. Студенты Финляндии и Австрии в зданиях Казанского федерального университета знакомятся с историей и современными достижениями университета. Делегация послов стран Латинской Америки и стран Африки посетили Казанский университет по вопросам сотрудничества в области образования и науки. Казанский федеральный университет все чаще и чаще выступает в качестве международной площадки обсуждения научных, общественно-экономических и политических мировых интеграционных тенденций. Ведущие университеты мира собрались на площадке Казанского федерального университета, чтобы обсудить проблемы и будущее развития педагогического образования планеты. Конференция «НеСпаси» – сеть институтов и школ государственного управления в Центральной и Восточной Европе провела совместно с российскими коллегами в Казанском федеральном университете свою 25-ю ежегодную конференцию. Условия проживания для студентов, предоставляемых для всех поступивших, комфортны и удобны. Это студенческий кампус университета, деревня Универсиады, самодостаточный жилой комплекс со своими магазинами, спортивными площадками и другой социальной инфраструктурой. Спортивные увлечения, творческое хобби можно реализовать без проблем, чем самозабвенно и занимаются студенты Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет является одним из сильнейших университетов России. Об этом говорят и представители мирового истеблишмента. This is a very great university. This is one of the largest universities in Russian Federation. I met great faculty members. I met great students. I find them to be so enthusiastic, so happy to be here and to study here. And by the way, they are not Russians. I mean, they are mixed from all over the world, which is to the credit of this university to host so many nationalities, because if the education here is no good, they will not come. This is truly one of the great universities in the world, and it's been a great honor for the United States to carry on programs with Kazan University. And I want to thank my hosts today for this wonderful visit, and I will forever remember the goodness of this school. Казанский федеральный университет не остался без внимания руководителей Российской Федерации. Я вот сегодня познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете в рамках Института фундаментальной медицины и биологии. Прямо скажу, что все это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Очевидно, что это все такого очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Мы сейчас только что посмотрели площадки Казанского
или теперь уже Приволжского федерального университета. Безусловно, это один из примеров того, как вуз с историей, с традициями, с хорошими, с выдающимися научными школами может отвечать на вызовы времени и идти вперед. Открывает наше пленарное заседание сегодня профессор кафедры общей психологии, заведующий кафедры Александр Кириллович Прохоров. Спасибо, Алексей. Моя задача как заведующего и как человек, который к этому имеет прямое отношение, задать некий тон пленарных докладов, что, собственно, я попытаюсь и сделать. Ну, начну сначала, что называется. Вот результаты школы Казанской по психологии состояний. У нас больше 200 публикаций. Каждые 2 года выходит взрослый, будем говорить, выпуск. Сейчас опубликован 12-й. Зачитано 25 диссертаций. Единственный учебник, хрестоматия, вот практикум. Каждые 5 лет проходит конференция международная. Вот в ноябре прошлого года прошла 3-я. Единственная в России магистратура по психологии состояния, да, по-моему, в Европе тоже единственная. И каждый год зимняя школа, данная школа уже 13-я по психологии состояний. Вот так традиционно вот мы и развиваемся. Это наши результаты. История исследования состояния в Казанском университете. Начаты были Бехтеревым в момент создания психологической лаборатории в 1885 году, в 1885. Далее продолжены профессором Писаховым в лаборатории, которую он руководил, изучались функциональные состояния. Я, в общем-то, выходец из этой лаборатории в свое время, так сказать, он у нас был руководитель, я научный сотрудник. Настоящий период. Направление фактически 3. Это исследование состояния как явления психического, состав, структуры, функции и так далее, так сказать, выделение классов состояний. Второе – это изучение отношений между состояниями и структурами сознания. И третье направление, если ты занимаешься состоянием, фактически, то ты и исследуешь вопрос регуляции. И вот в данном контексте как раз доклад посвящен этим отношениям, на мой взгляд, тем наработкам, которые связаны с изучением вклада структур сознания в регуляторный процесс. Итак, начну я, с вашего позволения. Функция регуляции настолько важна, что невозможно представить направленное целевое действие без сознательной ментальной регуляции. Регуляция пронизывает все психические явления, присущие человеку, процесс состояния, поведения, действий, поступки. Не рассматривая вообще психологические и поведенческие концепции регуляции, отечественные и зарубежные, обратимся конкретно к регуляции состояния. Область теории саморегуляции представлена концепциями, выполненными в рамках деятельностного подхода Дико, Леонова и Кузнецовой. Наше направление отличается от того, чем занимаются эти исследователи. Вот эта картина общей структуры ментальной регуляции. В ней можно выделить фактически 2 блока. Это блок как бы операциональный, где от одного состояния мы переходим к искомому, можем говорить, с различными переходными состояниями и обратными связями, и теми структурами, которые влияют, и условиями, которые влияют на этот регуляторный процесс. Сюда относятся рефлексия, переживания, смысловые структуры и совокупный ментальный и субъективный опыт человека. Весь регуляторный комплекс является, на наш взгляд, частью субъективного ментального регуляторного опыта. Включенность опыта проявляется в актуализации состояния определенного качества, в использовании наиболее часто употребляемых способов приемов регуляции, наработанных или выработанных, или стихийно сложившихся в ходе освоения деятельности –
и жизнедеятельность в целом, а также организации упорядоченных структур сознания, образующих функциональный комплекс и настроенных на регуляцию состояния определенных ситуаций в жизни. Составляющие субъективного ментального регуляторного комплекса. Это цель, прежде всего. Включение цели связано с тем, что цель является системообразующим фактором. Организация ментальных структур осуществляется сообразно цели регуляторного процесса. Отметим, что из зарубежных концепций саморегуляции подчеркивается роль цели. К ней отнесены персональные завоевания, жизненные задачи, личностные проекты и так далее. Цель связана с ресурсами, привлеченными для достижения цели, самоконтролем, поведением, волевыми процессами и так далее. Субъективный опыт интегрирует смысловые структуры сознания. Сюда относятся личность, смысл, ценности, конструкции, смысловые установки и ориентации, ментальные репрезентации, входящие в структуру знания, ассоциативные, оценочные, понятийные, образные, переживания, значения с категориальными структурами сознания, рефлексии, ее виды, образы, процессы понимания и другое. Это вот выглядит такой картинки, так сказать, вот таким образом, где пространство, культура, образ жизни, деятельность, события, ситуации пронизывают вот эти отношения. Составной частью субъективного опыта являются смысловые структуры сознания. Именно смысловые структуры приводят в соответствие бытие и субъекта, наполняет бытие смыслом, обеспечивая смысловое принятие жизни. Состояние является отражением этого процесса и свидетельствует о качестве внутренней жизни субъекта в соотнесении с его бытием. Существенным звеном ментальной регуляции является воплощение смысла в значениях. Окрашивание смыслом в значение приводит к своеобразному связыванию значения объекта, предмета, ситуации и прочее и состояния. Те или иные значения приобретают пристрастность, которая впоследствии выражает состояние субъекта. Благодаря рефлексии происходит осознание собственных смыслов в ходе самоотражения переживаемых ситуаций, оценка осознания и сличения актуального состояния с исковым. И далее в случае необходимости субъект вносит коррекцию в используемые способы приема регуляции. Вовлеченность рефлексивных механизмов определяется целью регуляции, потребностью изменения состояния как несоответствующей ситуации, взаимодействию субъектов и деятельности. Отметим, что необходимость изменения состояния осознается субъектом благодаря рефлексии. Это исследование Альберта Валентиновича Чернова. Рефлексия также активизирует смысловые структуры сознания, детерминируя включенность в регуляцию состояния. Результатом рефлексии и означивания является не только придание состоянию конкретного значения, но и появление образа, репрезентируемого в сознании субъекта, как представление саму себе переживаемого состояния. Благодаря образу мы и, собственно, дифференцируем, что мы сейчас переживаем. Содержание образа есть результат отражения накопленного опыта переживания данного состояния при различных обстоятельствах, ситуациях и событиях, в которых находился субъект. Отраженные компоненты психического состояния закрепляются в сознании в определенном сочетании, формируя структуру. Последний изоморфно реальному состоянию. Закрепляясь в структурах памяти, образ становится структурным элементом субъективного ментального опыта переживания состояния. Форматом мысленного образа, в котором происходит содержательное отображение переживаемого состояния, является ментальная репрезентация. Эта форма имеет специфическую конфигурацию, зависящую от качества состояния, а также определенные свойства, пространственную организацию, ядерные составляющие, вариативные характеристики, относительную устойчивость и независимость репродукции от ситуации жизнедеятельности. Другая составляющая связана с рефлексией и смысловыми структурами ментальной регуляции состояния от переживания. Включенность переживания в структуру регуляции состояния обусловлена тем, что возникновение состояния субъекта связано с его бытием, отражением этого бытия, а также отражением его отношения к бытию. Суть переживания заключается в перестройке психологического мира личности и производстве смыслов, как писал Федор Ефимович, покойный Василек. Переживание как деятельность по производству смыслов присутствует постоянно, отражая динамическую связь состояния субъекта и смысловых структур личности. Именно в переживании субъекту дается реальность его психических состояний. Это исследование Лилии Раифовны Фахрутдиновой.
В состав ментальной регуляторной структуры входит образ жизни, который понимается как система деятельностей, характеризующая жизнь людей в определенных условиях. Связь образа жизни и ситуации осуществляется через пространственно-временные характеристики ситуации. Ситуация понимается как прошедшую сферу сознания и введенную в повседневную жизнедеятельность людей в условия жизни. Образ жизни через совокупность соответствующих ситуаций сказывается в регуляции психических состояний. В свою очередь, ментальная регуляция посредуется пространством культуры, носителем которой является субъект. Основными формами культуры, посредством которых осуществляется влияние структур сознания, являются вещи, артефакты, знаковые системы, семиосферы и модели поведения. В операциональном плане регуляция, саморегуляция состояния представляет собой иерархическую организацию, в основании которой находится механизм регуляции отдельного состояния, функционально-единичное. Достижение цели – системообразующий фактор, желаемого состояния, осуществляется через цепь переходных состояний. Переход состояния к состоянию осуществляется при использовании различных психорегулирующих приемов и средств. Информация о достижении желаемого состояния реализуется при помощи обратной связи. Вот я еще раз эту картинку вам покажу, где-то представлена вот эта операциональная составляющая, связанная с регуляцией одного состояния. Благодаря рефлексии, образу актуального и желаемого состояния, репрезентации состояния, осуществляется оценка сличения актуального состояния с исковым и, соответственно, в случае необходимости вносится коррекция, применяя регуляторные средства. Очевидно, что этот процесс осознается и связан с активностью сознания субъекта, с этой всей структурой. Регуляция совершается при активном участии психических процессов. Регуляторный процесс осуществляется с опорой на психологические свойства, темперамент, характер и другое. Он малоэффективен в случае отсутствия соответствующей мотивации и смысла регуляции для субъекта. Регуляторный процесс осуществляется в конкретной социальной среде на фоне культуральных, этнических, профессиональных и других влияний, в определенной социальной ситуации жизнедеятельности, экономической, юридической, связанной с местным субъектом в малой группе, его социальными ролями, статусами и прочее, соединен с характерным для него образом жизни. Развертывание регуляторного процесса, а также его параметры и их изменения в жизнедеятельности определяется требованием социального функционирования субъекта, спецификой профессиональной деятельности, отношением к ней ментальными и индивидуально-личностными характеристиками. Такова, полагаем, целая модель, набросок ее фактически, ментальное основание регуляции, саморегуляции состояний. Благодарю за внимание. Мой доклад закончен. Я полагаю, что вопросы, если будут, можете всегда ко мне подойти, я здесь. Благодарю вас. Спасибо. А следующее слово предоставляется Тулупьевой Татьяне Валентиновне, Тулупьеву Александру Львовичу и Абрамову Максиму Викторовичу. Вашему вниманию предлагается доклад «Психологические особенности, психические состояния пользователя и профиль его уязвимости в контексте социоинженерных атак». Мы представляем Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук, лабораторию теоретических и междисциплинарных проблем информатики и Санкт-Петербургский государственный университет. И в начале доклада я хотел бы поинтересоваться аудиторией, знакомо ли вам, что такое социоинженерные атаки, может быть, вы слышали этот термин, есть ли какие-то предположения о том, что это может быть? Да. На самом деле этот термин из области информационной безопасности, формальное его определение приведено на слайде, но оно, скорее всего, вряд ли вам даст полное понимание, что же это такое, поэтому я перейду непосредственно к примеру. Давайте представим, что пользователь информационной системы, сидя на своем рабочем месте, получает звонок от специалиста, который представляется специалистом службы технической поддержки. И тот начинает ему говорить, что в системе происходит какой-то сбой, и необходимо произвести ряд действий для того, чтобы
этот сбой предотвратить, либо нужно какое-то программное обеспечение обновить или еще что-то. Начинает ему рассказывать шаг за шагом, что ему нужно сделать, переводить ему длинную экскурсию. В какой-то момент пользователь утомляется и пытается как можно скорее соскочить с этого разговора. Злоумышленник начинает это чувствовать и говорит: ладно, фиг с тобой, давай я все сделаю за тебя, скажи мне только свои авторизационные данные, я все это сделаю. И обычно пользователь, несмотря на инструкции и стандарты, которые действуют в компании, с легкостью ему сообщают все эти данные, не узнавая, кто ему звонит, просто вот по телефонному номеру. И таким образом получается, что информационная система подвергается опасности. И таких атак в последнее время происходит очень много. На данном слайде приведена некоторая статистика, которая показывает, что в России в 2018 году ущерб от таких атак составил 251 миллион рублей. Более 80% кибератак так или иначе задействуют методы социальной инженерии. И, опять же, по данным 2018 года, было зафиксировано 40 тысяч киберпреступлений в России, и эта цифра постоянно растет. То есть можно говорить о том, что тенденция вряд ли прекратится, и вопросы защиты пользователей информационных систем от социоинженерных атак являются очень актуальными. Ну а дальше я передаю слово следующему соавтору, Татьяне Валентиновне Тулупьевой. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Это чтобы вы не заскучали, мы будем меняться, чтобы вы видели разные лица. Максим Викторович рассказал об актуальности, но я думаю, что каждый из нас сидел за компьютером, пользовался интернетом, и все прекрасно понимают эту актуальность. И когда мы говорим о злоумышленнике, у нас рисуется картина какого-то злостного такого товарища, и мы представляем, совершенно невольно представляем именно так. Но на самом деле мы очень часто ошибаемся, и злоумышленник-то у нас выглядит не как товарищ в маске, которого мы можем распознать, а как такой добрый, хороший, недавно знакомый человек, который да ничего плохого нам не хочет сделать, он наоборот хочет нам помочь. И мы проникаемся к нему сочувствием или добрыми какими-то намерениями. И это нас подводит, потому что как раз тогда мы становимся уязвимыми к воздействию человека, у которого есть какие-то не очень хорошие по отношению к нам и к нашей организации намерения. Не случайно мы выносим эту пару – злоумышленник и пользователь. Вы знаете, когда стало активно применяться использование компьютеров, давно это уже было, стали создаваться компьютерные сети в организации, встал вопрос защиты информации, которая есть в организации. И первое, что стали делать, это разрабатывать технические средства защиты компьютерных сетей. И в деле разработки компьютерных, технических средств защиты мы достигли уже небывалых высот. Но за каждым компьютером сидит человек. А мы с вами, люди, занимающиеся психологией, прекрасно понимаем, если хорошо изучить человека, мы найдем в нем уязвимые места. И можно защитить как угодно компьютерную систему, но человек поддается психологическому взлому достаточно хорошо. И мы для себя поставили задачу в рамках этого исследования, исследование большое, постоянно разрастается, мы поставили задачу изучить, какие уязвимости могут быть у человека, какие психологические особенности лежат в основе этой уязвимости и что нужно сделать с человеком, чтобы он был подвержен социоинженерной атаке. Только рассматриваем мы это с точки зрения защиты информации. Фактически это работа для сотрудников служб по работе с персоналом, как защитить, какую профилактическую работу сделать с сотрудниками, какую профилактическую работу провести, чтобы человек осознавал, понимал и вольно или невольно не распространил информацию и не отдал информацию на сторону. И, соответственно, если мы рассматриваем диаду, злоумышленник и пользователь, то нам нужно понимать, чем должен обладать злоумышленник. И это практически знакомые нам силы влияния. Знаете, злоумышленники, я бы сказала, не придумывают ничего нового. Злоумышленники пользуются тем, что психология уже наработала. Злоумышленники вооружены хорошо.
все наши знания по изучению психологии человека злоумышленниками используются. И знакомые силы влияния, которые позволяют злоумышленнику получить информацию. Это возможность наказания или вознаграждения. Я приведу немножко, там, несколько примеров, а подробнее мы о своих исследованиях, о результатах исследования будем рассказывать сегодня на круглом столе. Мы сегодня поговорим, как получать данные о пользователе. И знаете, то, что обычно вызывает особый интерес, мы поговорим, какую информацию с точки зрения психологии можно получить со страницы пользователя в социальной сети. Поговорим о том, какую информацию о вас вы выдаете в мир, размещая ту или иную информацию на своей странице ВКонтакте. Например, про результаты исследования, про корреляционные анализы, про модели, про все-все-все поговорим. Пример по вознаграждению и наказанию. Может быть, вы даже и не задумывались, но один из примеров, который мы разбирали, консалтинговая компания. Представьте себе, консалтинговая компания, крупная консалтинговая компания, консультант давно ждет, что его должны повысить до руководителя проекта. Очередная ситуация, очередное изменение, его не повышают. Он обижается и размещает, активизирует свое резюме на сайте поиска работы. Ему тут же поступает предложение. Родственная компания к нему выходит, с ним связывается и предлагает прийти к ним на работу в качестве руководителя проекта, но, говорят они, вы знаете, нам нужно очень быстро принять решение. Очень-очень быстро принять решение, потому что директор нашей организации через 2 часа улетает, а решение нужно принять сейчас. Вы нам вышлите какие-нибудь материалы, чтобы мы могли посмотреть на уровень вашего профессионализма. Они обещают, фактически они обещают вознаграждение. Если все будет хорошо, то ты придешь к нам на работу с большим уровнем зарплаты на другой уровень. И консультант понимает, надо действовать быстро, надо что-то делать. И он берет ту презентацию, в консалтинге результатом работы является презентация по анализу, и он берет ту презентацию, над которой работает, убирает только титульный слайд, где есть название организации, но это не такая уж большая тайна, над какой организацией сейчас работает консалтинговая компания, и высылает. Оцените масштабы потерь, которые есть. Он фактически быстренько слил всю информацию по анализу рынка. Какие потери или какие вклады у злоумышленника? На что потратились? Да фактически ни на что. Ну, на звонок. И все. А сколько получили? И просто потому, что они понимают, какая уязвимость есть у человека и за что можно человека зацепить. Соответственно, обещание вознаграждения или наказания очень хорошим является таким вот очень хорошей силой влияния. Известное нам экспертное влияние, пример, который приводил Максим Викторович. Человек звонит и говорит, я начальник службы безопасности. И все. И я уже даже не проверяю. Начальник службы безопасности. А если позвонить по внутреннему телефону, это еще одна уловочка. Идет звонок по внутреннему телефону, и человек говорит, я такой-то, я руководитель такой-то, я начальник такой-то. И мы верим. А не важно, что внутренний телефон висит на вахте, и любой человек, который даже не вошел на территорию организации, с вахты звонит уже по внутреннему телефону. И таких приемов много-много. Экспертное влияние, референтное влияние, нормативное влияние, то, что связано со всякими законодательными актами, нормативными актами, локальными нормативными актами. Со злоумышленником мы с вами разобрались. Пользователь – это вообще интересная тема. А у нас с вами есть то, что называется мишенями манипуляции или слабостями для манипуляции. Одна из классификаций или перечня вот этих вот подверженностей, групп образований, психических образований, которые дают подверженность социоинженерным атакам, по мнению Грачева и Мельник. В побудителе активности человека мы под побудителем мы подразумеваем потребности и интересы. На потребностях, на реализации потребностей построено очень много социоинженерных атак. Одна из известных мне атак, опять же, с которой разбирались, это атака на «нужно было убрать из организации партнера». Партнер – человек, достаточно увлекающийся в возрасте 35 лет, находящийся в поиске спутницы жизни, о чем он сообщает на своей странице ВКонтакте. Статус – в активном поиске.
партнера очень хорошо убрали из организации через организацию знакомства с очень привлекательной барышней, которая сделала все, чтобы он почувствовал себя неловко, неуютно и ушел из организации. Через потребности очень много, поэтому о потребностях своих постарайтесь поменьше сообщать. Регуляторы активности человека, нормы ценностей, осознание собственного достоинства и тому подобное. Кого-то ловят через тщеславие, кого-то ловят через организационные ценности, корпоративные ценности. Много ситуаций таких есть. Кому интересно, можете подойти, расскажу массу примеров. Через когнитивные структуры, через особенности мыслительной деятельности тоже. Следующий момент – это операционный состав деятельности через привычки, через то, что мы обычно привыкли делать. Уже классический, практически такой хрестоматийный пример социоинженерной атаки, когда в одной из организаций служба информационной безопасности решила усилить защищенность компьютеров и обязала пользователей сменить пароль, выдвинув серьезные требования к паролю. 15 знаков, обязательно должны быть символы, обязательно должны быть цифры, обязательно должны быть буквы, причем как заглавные, так и маленькие буквы. Кто из вас, положа руку на сердце, способен запомнить 15 символов? Что делают пользователи? Пишут на стикере и прикрепляют, ну, кто-то так, чтобы не видно было, потому что сотрудники службы информационной безопасности проходят и мониторят места, а кто-то так, чтобы видно было. И все, пожалуйста. И вместо того, чтобы защитить, мы делаем систему более уязвимой. И последнее здесь, просто потому что хочется заострить на этом внимание. Мы пришли к выводу, что личностные особенности, да, они вносят вклад в уязвимость пользователя, они создают такой фон. Но вот психическое состояние, оно определяет, какое решение примет пользователь, когда на него осуществляется социоинженерная атака. В одном состоянии он примет одно решение, а вот в другом состоянии он может принять другое решение. И с нашей точки зрения, вернусь к злоумышленнику, сила влияния, и влияние, которое оказывает злоумышленник, это влияние для того, чтобы привести пользователя в то состояние, которое нужно, в то состояние, которое обеспечит подверженность, большую подверженность социоинженерным атакам. И у нас сейчас, особенно опираясь на выступление Александра Октябриновича, я уже тут позаписывала мысли по совершенствованию, потому что вот эти вот ментальные компоненты, ментальная структура, она у нас очень хорошо теперь ложится и на наши особенности. Поэтому есть над чем подумать. Есть другой взгляд по мишеням, по слабостям. Это взгляд Шейнова, который, как видите, очень хорошо перекликается с тем, что мы уже с вами рассмотрели. И тогда мы можем ввести новое, ну, насколько новое, мы уже оперируем этим определением, определение уязвимости, что это комплексное образование. Да, это действительно сложное комплексное образование, которое основывается на психических явлениях, на свойствах, процессах, состояниях, и использование которого может привести к успешности социоинженерной атаки и инициировать вредоносные действия. Обратите внимание, что у пользователя может быть несколько уязвимостей. И поскольку у него есть несколько уязвимостей, мы можем говорить о разном уровне этих уязвимостей и строить профиль уязвимостей. Это то, что сейчас вызывает очень большой интерес. Когда мы приходим в организацию и рассказываем, и они говорят: слушайте, а вот у нас есть сотрудники, а давайте нам профили уязвимости сотрудников, чтобы мы знали, что с этим делать. И здесь, как вы видите, несмотря на то, что это начало развиваться в рамках информатики, роль психологии оказывается решающей. А после того, как мы осознали роль психологии, у нас роль психических состояний начинает выходить вообще на первый план. И это прямо то, что вот лежит на первом плане, такой, знаете, первый фронт продолжения исследований. Ну, поскольку я заговорила о продолжении исследований, то сейчас, опять же, я теперь передаю слово Александру Львовичу Тулупьеву, который разовьет, продолжит и расскажет о дальнейших направлениях. Спасибо большое, Татьяна Валентиновна. Оборудование я взял, мысль перенял. Ну и на самом деле,
как вы видите, исследование многомерное, междисциплинарное, мы этого еще коснемся. Что его организует, что является стержнем? Давайте сначала начнем с более понятного примера. Он возник из эпидемиологии. Я присутствовал на международной конференции несколько лет назад по эпидемиологии ВИЧ-СПИД, и там обсуждались превентивные программы. Ну, вы знаете, наверное, почему особое внимание на превентивные программы в области ВИЧ-СПИД приходится обращать внимание на программы по изменению поведения. Потому что зараженный не излечивается, и, в общем-то, единственная мера, ключевая в профилактике – это не заражаться, не заражаться. То же самое и в отношении информации. Ключевое в профилактике – не допустить утечку. Допустили утечки, что вы там после этого не делаете, расследуете, там кого-то увольняете или иным образом наказываете, утечка уже совершена. И мы к этому еще будем возвращаться. Соответственно, что при выборе превентивной программы, что при построении превентивной программы учитывается? А учитывается, и самое важное, является ответ на вопрос. За конкретно выделенную сумму в данной популяции, находящейся под риском заразиться, за данный промежуток времени при реализации данной превентивной программы, какое ожидаемое число случаев инфицирования будет предотвращено? И вот аналогичные конструкции в отношении анализа социоинженерных атак. В текущей ситуации, при таких-то ожидаемых злоумышленниках, такой-то компетентности, какой мой ожидаемый ущерб? Чей мой? Владельца или первого лица? Обратите, пожалуйста, внимание, у службы информационной безопасности категорически отличающиеся интересы. На круглом столе мы это разберем, но вы как психологи, как педагоги очень хорошо ориентируетесь, и я думаю, вы прекрасно понимаете, насколько глубоко расходятся интересы службы безопасности, интересы первого лица, интересы владельца организации. Дальше, следующий вопрос. За такие-то средства при использовании такой-то профилактической программы или программы, нацеленной на модификацию поведения, или программы таких-то организационных изменений, насколько изменятся, возрастут, упадут мои риски, мой ожидаемый ущерб? Чтобы снизить ожидаемый ущерб до такого-то уровня, что потребуется сделать, как сделать и сколько это будет стоить? И, наконец, при такой-то кадровой перестановке, как изменится защищенность, поражаемость пользователей, как изменится защищенность, поражаемость критичных документов? Может ли на эти вопросы ответить информатика сама, самостоятельно? Нет. Информационная безопасность сама, самостоятельно? Нет. Психология отдельно? Нет. Ряд других дисциплин по отдельности нет, но на самом деле... Все вместе уже могут искать ответ. Какие междисциплинарные задачи стоят? Они перечислены на слайде, но я коснусь только самой верхней, потому что время ограничено, это профилирование. Мы должны знать существенные характеристики пользователя для решения нашей задачи. Мы их должны организовать. И это так называемое профилирование. На самом деле у пользователя в первую очередь профиль уязвимости мы хотим знать. У злоумышленника профиль компетенции, но больше, больше на самом деле. Здесь отмечено, какие науки вовлекаются условно-точные, условно-науки о человеке. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь не только психология и ряд других наук, здесь обязательно педагогика, потому что мы занимаемся эффективной модификацией поведения человека. Да? Это педагогика. Почему-то в нашей стране все время педагогика оказывается недооцененной, но в ряде отраслей на самом деле прикладные ее аспекты являются ключевыми. Без нее жить будет невозможно. Ну и ближайшие направления исследований, которые мы тоже обсудим на круглом столе, их несколько, опять-таки коснусь только первого. Моделирование взаимодействия злоумышленников пользователь. Ясно, что здесь психические состояния в моделировании такого взаимодействия являются чуть ли не стержнем для построения любых оценок. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание от себя и от своих коллег. Выражаю признательность за то, что послушали. Ну и хотел бы выразить абсолютнейшее восхищение атмосферой и тем, как все оформлено в университете, производит неизгладимое позитивное впечатление. Спасибо. Есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Вы больше рассматриваете как бы вот взаимодействие онлайн и офлайн, а если вот, например, рассматривать как сетевое общество, и не получается ли так, что вот, скажем, психические состояния
пользователя, который, в общем-то, не вступает в контакт словесный, вербальный, ну, с вербальной вступает, но голосовой не вступает. И не получается ли, что саморегуляция как раз психического состояния, владения или невладения интернетом является как бы основой безопасности пользователя в сети? Спасибо большое за вопрос. Вот очень радостно, когда слушатели вот ухватывают, во-первых, самую суть, а во-вторых, ну, такие направления для развития. На самом деле, да, это является очень серьезным компонентом основы того, что есть. И вот с моей точки зрения, мы стоим в начале пути, несмотря на то, что мы начали этим заниматься в 2006 году. В 2006 мы все равно стоим в начале пути, потому что сначала мы начинали заниматься в рамках информатики, а потом мы понимаем, о нет, это же надо много-много всего. И сейчас, вот именно сейчас мы начинаем приходить к серьезному вкладу состояний. И вот это вот как еще одно из направлений рассмотрения. Да, потому что это вносит вклад в сообщество. А мы рассматриваем взаимодействие, и опять же на круглом столе мы будем рассказывать о том, какие направления изучения именно сообществ и взаимодействия людей мы тоже предприняли. Да, это очень интересно, это очень интересное направление, оно действительно, это нужно учитывать, это очень важно, это вот исключительно важный компонент. Спасибо за внимание. А со следующим докладом приглашается Хосе Алонсо Агилар Валера. Добрый день, меня зовут Алонсо Агилар. Я психолог из Перу. Извини, мой русский язык не очень хороший. Я говорю по-русски не очень хорошо. Спасибо большое, доктор Прохоров. Сейчас я буду участвовать в моей презентации, и она Силия переводчик, и я говорю на испанском языке, ну, и она русский язык. Tengo el agrado de presentar esta presentación. Muchas gracias por permitirme realizar esta propuesta acerca de la intervención en los problemas de autorregulación a partir de la psicología cognitiva. Еще раз добрый день и еще раз благодарю за возможность участвовать в данной конференции и выступить в данной презентации. Она будет посвящена тому, каким образом мы будем работать над проблемой саморегуляции, если до этого выбираем когнитивный подход. Gracias nuevamente por el espacio. Brevemente voy a decir lo siguiente. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Es la primera universidad de América. Actualmente las investigaciones son muy limitadas porque estamos hablando de América Latina. En América Latina los trabajos no son tan profundos, así que en algunos casos, algunos de nosotros que nos dedicamos a la docencia en psicología o en neuropsicología, tratamos de ver las posibilidades en otros países de realizar investigaciones más que descriptivas, experimentales, las cuales puedan favorecer el trabajo en terapia. José Alonso, выпускник Национального университета Сан-Маркос, Лима, Перу. До приезда в Россию он там также работал. К сожалению, в настоящее время очень мало исследований проводятся в нейропсихологии, в когнитивной психологии, которая его интересует. И поэтому очень многие психологи из Латинской Америки стараются участвовать в конференциях, как, например, в вашей, в других странах. Bien, vamos a proceder entonces con la conferencia. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Me disculpo de no presentar resultados experimentales por ahora, puesto que recién estoy realizando actividades fuera de mi país. Me gustaría realizar investigaciones experimentales. Hay mucho que hacer, al menos en la formación experimental. No solamente la realizamos en el país, sino que hemos tenido experiencia al recibir información de los Estados Unidos, de Inglaterra, quienes nos han formado en gran parte en la psicología, tanto aplicada como también en sus diversas áreas. Данная работа, которая перед вами сейчас будет представлена, носит более обзорный характер, не экспериментальный, и будет посвящена обзору того, какие в последнее время проводятся исследования в США и в других странах и в странах Европы, то есть те методики, которые в основном используются в Латинской Америке. Bien, vamos a continuar entonces con la exposición.
Bien, el trabajo en la evaluación de la autorregulación a partir de la terapia cognitiva. ¿Sí? Каким образом мы проводим оценку состояния пациента с нарушениями саморегуляции с точки зрения когнитивной терапии? Я voy a dar un punto de vista analítico, una propuesta que tal vez se tiene que considerar, es una exposición que sigue parámetros pedagógicos, cualquier duda, consulta, estoy presto a que puedan preguntar sin ningún problema. Перед вами будут выдвинуты только некоторые предположения. Если у вас будут некоторые вопросы или тоже у вас появятся другие предположения, вы в любой момент можете их задать или предложить. Y por consiguiente, lo que quiero decir es que hay que tomar en cuenta muchos criterios, ¿no? Al trabajar en terapia cognitiva, por lo general se suelen aplicar las tecnologías de intervención, técnicas cognitivas, estrategias, pero no se tiene en cuenta el procedimiento de evaluación. Para poder trabajar problemas como la autorregulación, hay que tomar en cuenta un procedimiento operacionalizable para así poder abordar la problemática sin ningún problema. Las estrategias que se van a administrar van a depender de la evaluación funcional que se lleva a cabo del caso. ¿Каким образом проводится оценка состояния пациента в случае, если мы работаем когнитивной терапией? При этом нужно учитывать то, что лучше всего использовать не только чисто когнитивные стратегии и техники, но желательно их операционализировать и таким образом проводить полную целостную функциональную оценку состояния ребенка в данном случае. Bien, la autorregulación tiene diversas definiciones. Ya es un aspecto que, bueno, es una función compleja. Se incluye por lo general dentro de las denominadas funciones ejecutivas. Y en diversos enfoques de la psicología se va a trabajar. El conexiso se ha trabajado muy bien en terapia conductual, terapia cognitiva y en la neuropsicología propiamente dicho. Что же такое саморегуляция? Саморегуляция – это на самом деле очень сложный процесс, который в настоящее время считают как одним из компонентов исполнительных функций. И на самом деле определения саморегуляции очень разнятся в зависимости от того, с какой точки зрения мы к ней подходим – поведенческой, когнитивной или нейропсихологической. Es entendida por lo general como la capacidad para poder regular las cogniciones, las emociones y motivaciones. Обычно ее понимают как способность человека контролировать собственную мотивацию, эмоции и мыслительные процессы. Y a partir de este concepto se ha asociado con otros como el control emocional y el autocontrol. El autocontrol es un concepto que por lo general ha ido ligado al concepto de autorregulación, sin embargo son diferentes. En el caso de la autorregulación se incluyen aspectos afectivos, o sea, control afectivo, mientras que en el autocontrol solamente se estaría contando con la capacidad para poder controlar aspectos puramente cognitivos. Понятия саморегуляции связаны с другими концептами, как, например, самоконтроль. Но следует иметь в виду, что это совершенно разные концепты, так как саморегуляция, в первую очередь, мы говорим о саморегуляции как о способности эмоционального контроля, и самоконтроль занимается именно контролем когнитивного поведения. Al momento de intervenir este problema, o sea, los problemas que existen en la autorregulación, porque la autorregulación no es un problema, es una capacidad muy importante, al momento de intervenir, lo que se tiene que hacer es, hay que considerar el grupo al cual va a ser dirigido la tecnología de la terapia cognitiva. Когда мы проводим вмешательство клиническое в проблемы саморегуляции, следует также иметь в виду некоторые характеристики той группы людей, к которым мы будем их применять. Y también hay que considerar las condiciones patológicas, porque no es lo mismo trabajar las estrategias de terapia cognitiva en grupos normales, como también en grupos que tienen patologías neuropsicológicas, por ejemplo, o de tipo psiquiátrico. И также следует учитывать патологический профиль, так как нужно будет применять различные техники, если мы будем работать над саморегуляцией, так скажем, в нормальной группе, которая не имеет никаких психологических патологий. И если та группа, с которой мы работаем, имеет какие-то сопутствующие психические патологии. Menciono esto porque quizá pues aquí en Rusia, como en otros países del primer mundo, tengan un concepto muy diferente o una forma de aplicación específica. En América Latina, en mi país, por ejemplo, en Perú,
Y como también otros países de América Latina, tenemos diversos problemas debido a las condiciones de salud mental deficientes. Perú, como otros países de América Latina, tiene un gran problema en la salud mental. Por eso es que al momento de seleccionar las estrategias, estas no tienen mucho éxito. Primero, porque no hay trabajos experimentales que respalden ello. Y segundo, por la condición de salud mental completamente deficiente que presentan estos países. Он указывает на то, что в Латинской Америке в настоящее время существует огромная проблема с психическим здоровьем. И в первую очередь это происходит потому, что очень мало проводится экспериментальных исследований, а во-вторых, потому что при работе с детьми и вообще с другими пациентами не учитывается их клинический профиль. Por consiguiente, el uso de las tecnologías de terapia cognitiva que han surgido últimamente, por ejemplo, la terapia de tercera generación, como técnicas como el mindfulness, técnicas que provienen de la terapia de aceptación y compromiso, son interesantes para poder aplicar en estos contextos, pero debido a los crecientes problemas de la complejidad, estamos frente a un panorama completamente desorganizado. Именно поэтому новые техники, которые в последнее время появились, например, в Соединенных Штатах, как, например, терапия третьего поколения или осознанность, они, конечно же, могут с успехом применяться к некоторым контекстам, но также нужно учитывать их изначальное состояние. Por consiguiente, si se va a aplicar una tecnología, en mi opinión, tiene que trabajarse un buen procedimiento de evaluación. Una evaluación funcional, conductual, podría beneficiar el momento de aplicación como también minimizar los riesgos. Quiere decir que podemos informar tanto a la persona que va a recibir el tratamiento como también al grupo al cual se va a aplicar, darles a conocer los riesgos que puede implicar la limitación que existe con los problemas que están presentes en un momento determinado. Esto es, que si hay problemas, una buena evaluación puede definir cuándo va a ser efectiva la tecnología. Поэтому для того, как проводить, собственно, клиническое вмешательство, необходимо в первую очередь провести очень всестороннюю оценку состояния пациента. И это необходимо для того, чтобы минимизировать все возможные риски, которые могут возникнуть при проведении данного вмешательства. И в первую очередь нужно информировать самого пациента о том, каково его настоящее состояние и о том, к какой цели мы идем, какие при этом могут возникнуть сопутствующие риски. Bien, el concepto de autorregulación, como les menciono, va muy ligado a lo que es funciones ejecutivas. Bien, ya conocemos la base neurológica, ya conocemos el impacto neuropsicológico. Ahora hay que definir cómo la estrategia se va a administrar en un momento determinado. Как я уже говорил, саморегуляция является одним из компонентов исполнительных функций, и так как мы можем поговорить о неврологической стороне или о психологической стороне данного явления, но также и о том, какие уровни мы должны уровни поведения должны учитывать при вмешательстве в данную проблему. Ahora, la cuestión de autorregulación se puede trabajar en funciones ejecutivas desde un enfoque o internamente con una propuesta cognitiva y una propuesta emocional, dependiendo de las condiciones del problema. Se puede arribar con procedimientos centrados en la cognición como otros procedimientos centrados en la afectividad, puesto que ya conocemos la base neurológica y a partir del cual se puede desarrollar el procedimiento de intervención, siempre y cuando se tenga una línea base de la evaluación que se ha llevado a cabo. В первую очередь нужно учитывать то, что в зависимости от характера нарушения проблемы, от характера нарушения в саморегуляции мы можем проводить вмешательство только в когнитивный ее аспект, либо в только эмоциональный ее аспект. Y como pueden ver allí, tenemos el control emocional, el autocontrol, la inteligencia emocional y de personalidad, que son conceptos a los cuales van ligados la autorregulación. Es un concepto que se ha trabajado mucho en la psicología, se ha mencionado, pero que desde diversos enfoques se ha definido. Podríamos definir como se mostró en la primera diapositiva y a partir del cual tener un conocimiento acerca de ello para luego posteriormente abordarlo.
Здесь вы можете увидеть, что саморегуляция очень тесно связана с другими психологическими явлениями, как, например, эмоциональный интеллект или самоконтроль, личность человека и также эмоциональный контроль. И все эти аспекты нужно учитывать при вмешательстве в нарушение саморегуляции. Creo que los términos han aparecido como parte de los enfoques, ¿no? Hay modelos cognitivos que han tratado de interpretar esa cuestión y han tratado de darle una solución. Различные подходы очень по-разному подходят к данным явлениям, которые показаны на экране. Bien, por ejemplo, tenemos modelos cognitivos de la autorregulación para poder explicar la conducta problema, ¿no? O alguna dificultad o situación que ocurre en el caso. К примеру, здесь вы можете увидеть когнитивную модель саморегуляции, которая может объяснить некоторые процессы, которые происходят при возникновении какого-то проблемного вида поведения. Ahora estos modelos en psicología cognitiva, por ejemplo, quiero hacer una aclaración. Nosotros allá en Occidente, si se puede decir, en América Latina, lo que corresponde también a Estados Unidos y parte de Europa, nos hemos formado con las investigaciones que han llevado a cabo diversas escuelas provenientes de esos países. Entonces, cuando se desarrolla la psicología cognitiva y la terapia cognitiva, en la terapia cognitiva se permiten crear modelos. Esos modelos se denominan arquitecturas funcionales, arquitecturas cognitivas, las cuales son modelos experimentales que permiten explicar un problema y ese problema de forma modular, es decir, de forma específica, asumiendo que las funciones cognitivas, el procesamiento no es global, sino que es un procesamiento independiente. Когнитивные модели саморегуляции позволяют нам визуально представить то, каким образом происходят все когнитивные процессы. Они представляют собой функциональные схемы, которые имеют модулярный характер, то есть считается, что все когнитивное поведение это не является одним единым процессом. Его можно разделить на некоторые отдельные виды когнитивного поведения. Gran parte de las pruebas que tenemos allá, de los instrumentos, se subdividen en dimensiones, y estas dimensiones se corresponden con cada uno de los elementos del modelo que se quiere plantear. Por ejemplo, vemos ahí afrontamiento, respuesta de afrontamiento, salida emocional, regulación de respuestas. Cada una de estos componentes se corrobora con una dimensión y las pruebas para ello que tenemos o que contamos responden a esta exigencia. Эти вот разные стороны когнитивного поведения также называются отдельными пространствами. И здесь, вот, например, в самом крайнем правом, с правой стороны вы можете увидеть некоторые виды когнитивного поведения, как, например, при оценке когнитивного поведения можно оценивать то, каким образом человек реагирует на эмоции других людей и так далее. Bien, para poder hacer un ejemplo básico de un modelo cognitivo, porque existen diversos modelos, es cada uno según su complejidad y también teniendo en cuenta el tiempo, porque la exposición tenemos que tomar en cuenta el tiempo que se tiene. De forma resumida se muestra un modelo que se aplicaría en terapia cognitiva. Здесь вот в краткой форме представлена одна из моделей саморегуляции с точки зрения когнитивной терапии. Это одна из очень многих моделей, которые существуют в настоящее время. Por ejemplo, podemos abordar el problema desde los tipos de respuestas, diferentes tipos de respuestas en un primer nivel para poder identificar las respuestas sociales, emocionales, académicas que se quieran manipular en un momento determinado, porque lo que importa aquí es la operacionalización de la respuesta, manipularla. Por consiguiente, podemos partir de un primer nivel, todo aquello que se relaciona con el output, ¿no? Todo lo que es salida, para poder manipularlo en un momento después de haber llevado a cabo la evaluación psicométrica. К примеру, после того, как мы проводим первоначальный психометрический анализ, мы можем оценить типы, то, каким образом у человека функционируют различные типы реакций. То есть они соответствуют первому уровню саморегуляции. Они могут быть, например, социальные, эмоциональные или академические, то есть реакции. Ahora, en el segundo nivel estarían conductas cognitivas más complejas y ese segundo nivel que vemos aquí se correlacionaría con
esta propuesta, o sea, están incluidos todos los componentes cognitivos, afrontamiento, profecías, autorrealizables, autorregulación, autocontrol, todo estaría en ese incluido. Pero esto nos permitiría comprender en un momento qué es lo que ocurre con esos componentes. Если мы уже перейдем ко второму уровню, то есть это уровень познания и когнитивных процессов, они как раз-таки связаны с тем, что было показано на предыдущем слайде с той схемой. Это уже более сложные когнитивные процессы, к которым относятся также и саморегуляция, и самоконтроль. И в третьем уровне estarían todo lo que son creencias ya complejas, religión, motivación, todo lo que tiene que ver con los denominados guiones. И на третьем уровне находится, пожалуй, самый сложный уровень когнитивного поведения. Это все, что связано с человеческими верованиями и его мотивацией, как, например, религия и так далее. Esto, por ejemplo, afectaría el trabajo en autorregulación, por ejemplo, un problema de autorregulación. Третий уровень также может влиять на нарушение, на проявление нарушений в саморегуляции. Por ejemplo, personas que justifican sus acciones, ¿no? La religión, que no está mal, pero justifican muchas de sus actividades, muchas de sus conductas a partir de la religión o por conductas que, o costumbres que su medio ya les ha ido transmitiendo progresivamente. Entonces, estamos hablando no solamente de esquemas, los cuales los esquemas pueden cambiar, los guiones no pueden cambiar, se mantienen establecidos. И dependen de la historia personal del sujeto. Как, например, если мы говорим о третьем уровне, человек может объяснять свое поведение о том, что это поведение принято в его конфессии религиозной или, в принципе, традициями того общества, в котором он проживает. Y eso sí supone un reto para trabajar si hay un problema de autorregulación porque ya estamos viendo variables más complejas. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, es por la personalidad de la persona. Sí, pero hay que entender que esa personalidad está gobernada no por reglas, sino que está gobernada por guiones que ya se han ido estableciendo y han formado patrones casi difíciles de poder cambiar o manipular, ¿no? Y, пожалуй, это также является самым сложным уровнем при вмешательстве в проблемы саморегуляции, поскольку в данном случае человеком, основной мотивацией человека являются какие-то сформированные правила и сформированные схемы поведения, которые уже сложно будет у него изменить. Bien, y también hay modelos que se pueden aplicar en neuropsicología. Es decir, la terapia cognitiva se puede aplicar en neuropsicología, sí, se puede aplicar. Solo que hay que tomar en cuenta las variables. Por ejemplo, esto solamente es un resumen, esto solo es una pequeña parte del modelo de autorregulación de Barclay. Barclay trabajó un modelo de autorregulación en niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿no? ADHD, ¿no? Niños con ese problema, trabajó Barclay y desarrolló un modelo para explicar la autorregulación. Еще одной из моделей саморегуляции является так называемая модель саморегуляции Баркли, которая в краткой форме представлена здесь на слайде. Баркли развивал свою модель на основе исследований, проведенных с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Bien, rápidamente, ahora para poder pasar a la parte de evaluación, tenemos que la evaluación psicométrica podría dar, no es mala la evaluación psicométrica, sino que daría información general, mientras que una evaluación funcional podría permitir al especialista trabajar sobre aquellas conductas, problemas inmediatamente. Если же мы переведем, собственно, к оценке состояния пациента, можно, конечно же, провести психометрический анализ, но он нам больше покажет общую картину состояния пациента. Но лучше всего применять функциональную оценку, потому что она сразу же поможет нам выявить все проблемные виды поведения. No tenemos mucho tiempo, así que voy a pasar rápidamente a presentar algunos puntos. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto les voy a responder después. Una escala psicométrica de evaluación de la autorregulación. Dile. Здесь представлена шкала оценки саморегуляции среди подростков.
Lo que tiene que hacer es adaptar esta u otras escalas para obtener información psicométrica. При их применении необходимо всегда адаптировать их той группе населения, на которой мы проводим исследования. ¿Ese algoritmo podría continuar? Также здесь представлен алгоритм, который как раз-таки является последовательностью оценки. Y proceder con una evaluación funcional en primer lugar para poder obtener información complementaria para poder abordar en la terapia. La terapia por lo general no se va a abordar con información psicométrica, se va a abordar con información funcional, porque tras un estudio funcional conductual se va a validar los comportamientos y así se puede intervenir adecuadamente. Здесь также представлена модель функционального анализа поведения. И как мы уже указали, именно она позволит нам в будущем правильно провести вмешательство именно в проблемные виды поведения. Se puede trabajar con modelos analíticos más complejos también. Esos modelos analíticos serían diagramas que permiten estudiar la conducta problema de una manera más compleja. Также можно проводить оценку при помощи аналитических инструментов. Это, так, можно сказать, диаграммы, которые позволяют нам визуализировать данную проблему. Диаграммы, как el que está aquí, no es una especie de no es un modelo que no se puede aplicar. Se puede aplicar, no es solamente una anécdota, sino que es una posibilidad. Esto permitiría comprender la complejidad del caso manipulando cuidadosamente las variables que están presentes. Как, например, данная диаграмма, она является не просто примером, ее вполне можно было бы адаптировать к данному конкретному случаю, и на ней как раз-таки представлена вся сложность саморегуляции в человеке. Y por consiguiente, la terapia cognitiva, tenemos la evolución, la propuesta que se quiere seguir, propuestas que se podrían aplicar dependiendo de la especialidad que tenga el experto, ¿no? Y también некоторые возможности для проведения терапии в зависимости от того, к какому психологическому направлению относит себя сам психолог. Y las tecnologías que en un primer momento se tienen que tomar en cuenta, tecnologías conductuales puras, que, bueno, se puede manipular la conducta cognitiva, los problemas de autorregulación, los problemas, las conductas problemas de tipo cognitivo en la autorregulación, sí, pero primero hay que hacer un control de estímulos y un procedimiento operante. Здесь представлены некоторые техники, которые имеют чисто поведенческий характер, которые можно применять при уже вмешательстве в проблемы саморегуляции. В первую очередь следует проводить контроль стимулов и уже переходить к другим далее. Y bueno, en cuanto a la terapia cognitiva, ya se pueden aplicar esas tecnologías, son diversas estrategias para poder trabajar problemas de autorregulación. Tenemos el control de las autoinstrucciones muy aplicadas en niños con problemas de atención, el control de, tenemos la reestructuración cognitiva para trabajar de problemas de tipo psicopatológicos en adultos, ya eso se pueden incluir dependiendo del grado de la severidad del problema, ¿no? Здесь представлены некоторые стратегии вмешательства когнитивного характера, как, например, проведение автоинструкции или самоинструкции. Также можно проводить такую технику, применять такую технику, как когнитивная реструктуризация, но она применяется больше в психопатологических случаях. И, bueno, son algunas estrategias que se aplicarían en niños, autocontrol. Это некоторые стратегии, которые можно применять при работе с детьми. Также. Аутоинструкции, техники de mindfulness, которые можно применять без никаких проблем, dependiendo de la evaluación. Как, например, техника осознанности, которую можно применять и в случаях с детьми, без никаких проблем. И, bueno, muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico. Y, bueno, das vidania. Большое спасибо за внимание. Здесь вы видите его адрес электронной почты, в случае чего можете туда писать. Спасибо. Напомним, что регламент доклада 20 минут. Приглашает следующий докладчик Берникова Анастасия Владимировна. У меня исследование называется «Влияние текстового контента на психические состояния».
цель – изучить влияние текстового контента на психические состояния человека, объект – это психические состояния студентов, и предмет – исследование влияния текстового контента на психические состояния. Какую мы выделили гипотезу? Это исследование основано на предположении о том, что текстовый контент оказывает влияние на психические состояния. При этом, если контент имеет эмоционально негативно окрашенные слова в содержании текста, то и состояние испытуемых меняется в отрицательном направлении. Эмпирическая база. Нами было исследовано 158 студентов Казанского федерального университета. Это Института международных отношений по специальности востоковедения и международные отношения на третьем году обучения. Использовали в исследовании девушек в количестве 101 и 57 парней. Методы исследования. Для измерения тревожности студентов была использована шкала тревоги Спилбергера-Ханина. И также это методика рельефа психических состояний Александра Октябриновича Прохорова. Процедура исследования, то есть оно было проведено в 4 этапа. Первый этап включал анализ психологической литературы по теме исследования, также изучение проблем, требующих экспериментального подтверждения, и разработку методики. На втором же этапе осуществлялась основная экспериментальная работа, где студентам давалась анкета для заполнения общих данных, и после они заполняли методику на выявление тревожности, то есть методику Спилбергера-Ханина. На третьем этапе студенты получали текстовый контент, в котором были использованы эмоционально тревожно окрашенные слова. После прочтения текста испытуемые должны были заполнить методику рельеф психических состояний. И, соответственно, на четвертом этапе уже была завершена экспериментальная часть и проведена математическая обработка, интерпретация результатов, и полученные данные подвергались качественному количественному анализу. При создании нашего исследования мы опирались на несколько концепций и теорий. То есть, по мнению Николая Дмитриевича Левитова, состояние, как правило, обусловлено многообразием причин, ведущим из которых являются именно внешние. По-другому говоря, психические состояния всегда ситуативны. Они прежде всего отражение настоящей, существующей в данный момент, теперь и сейчас обстановки. То есть текстовый контент, как внешний ситуативный фактор, оказывает прямое влияние на человека, вследствие чего у человека может измениться его психическое состояние. Также мы опирались на теорию Льва Семеновича Выгодского. Он писал то, что переживание – это общее название для непосредственного психологического опыта. Со стороны субъективный всякий психический процесс – это и есть переживание. То есть при чтении текстового контента, где используются тревожно окрашенные слова, человек может погрузиться именно в эту данную деятельность и совершенно не заметить, как появившиеся психические состояния отражают ту действительность, которая когда-то была пройдена этим человеком. Соответственно, отражение окружающего субъекта, мира и отношение человека к этой деятельности появляется не в виде каких-то образов, а в виде переживаний, при помощи которых формируются психические состояния. И также мы опирались на теорию семантического пространства Александра Октябриновича Прохорова. По ним мы можем предположить, что лексические слои языкового сознания и стоящие за ним категориальные структуры, они составляют осознаваемую часть психического состояния и образуют типичные семантические пространства состояний, характеризующиеся определенным строением. Какие же были... Это вот текст, который мы давали испытуемым, вы можете с ним ознакомиться. Текст был написан, и в нем именно использованы слова с тревожно окрашенными, то есть это вот они выделены жирным шрифтом. Так. Какие же результаты? Результаты по шкале Спилбергера-Ханина. Средний показатель по группе ситуативной тревожности составлял 40, а по личной тревожности 42. Полученные данные соответствуют среднему показателю уровня тревожности. Также было выявлено, что девушки тревожнее парней. По шкале ситуативной тревожности у девушек был средний показатель 41, а у парней 36. Эти показатели тоже соответствуют среднему показателю уровня тревожности. И также по шкале личностная тревожность у девушек средний показатель снова превышал. Он составляет 44, а у парней 37. Но все же данные показатели соответствуют среднему уровню тревожности.
результаты по методике рельеф психического состояния. На слайде представлена таблица. Мы выделили всего 11 групп. Также, опираясь на определенные концепции и классификации, мы выделили 3 укрупненные группы. По данному слайду можно сделать вывод, что по качественному анализу психических состояний испытуемых во время прочтения текстового контента было получено, что состояние спокойствия встречало всего у 24% испытуемых. В дальнейшем мы опирались на теорию Левитова, то есть мы сделали одну укрупненную группу, это беспокойство и тревожность. В нее мы хотели включить страх, но в теории было написано, что тревога и страх имеют общую онтологическую основу. Но на самом деле они совершенно различны. Как отмечал Левитов, прежде всего бывают состояния беспокойства и тревоги, в которых страха совершенно может и не быть. Следовательно, состояние беспокойства и тревожности испытывает всего 33% испытуемых. Соответственно, у девушек показатели снова превышаются. Также тревожное состояние... Мы сделали вывод, что данные показатели могут быть сделаны в случае того, что девушки более восприимчивы к предоставляемой информации и к тревожному контенту. Следующую, которую классификацию мы взяли тоже Левитова, в основе этой классификации лежит подразделение состояний по аналогии с дифференциацией психических процессов. Им выделена была классификация мотивационное и ориентировочное состояние. Благодаря данной классификации мы сделали укрупненную группу состояниями страх, заинтересованность и тревожность. В этой группе были получены следующие результаты. То есть средний показатель по всей выборке составил 35%, по парням средний показатель 19%, а вот у девушек показатель в два раза превышал. Он составил 34%. Следующую, на которую классификацию мы опирались, это классификация Константина Константиновича Платонова. Он говорил, что все психические состояния в зависимости от цели их изучения могут различаться на основе 3 критериев. По выявленным группам психических состояний нам подходил именно первый критерий, который позволяет различить состояние по преобладанию в их структуре того или иного вызывающего их психического процесса. То есть из этого критерия мы взяли группу эмоциональных состояний и, соответственно, опираясь на эту классификацию, выделили укрупненную группу «грусть и страх». На основе этой классификации были получены показатели по всей выборке составил 15%, у парней 9% и у девушек снова он превышал в два раза 18%. И какие выводы мы сделали? По ситуативной и личностной тревожности студенты имеют средний показатель уровня тревожности. Можно сделать вывод, что их обычное состояние никак не влияло на результат исследования, пока они не прочитали текстовый контент с тревожно окрашенными словами. Также гипотеза была подтверждена, тревожный текстовый контент влияет на психические состояния человека. И следующий вывод, который мы сделали, это девушки оказались более восприимчивы к тревожному текстовому контенту, так как их показатели в несколько раз превышали показатели парней. Спасибо за внимание. Следующим докладом выступает Зайденберг Александра Викторовна. Уважаемые коллеги, я бы хотела поделиться с вами результатами пилотажного исследования поведенческих стратегий в ситуациях морального выбора. Опираясь на положение Александра Октябриновича Прохорова о психическом состоянии как единстве переживаний субъекта, его поведения, поступков, действий и реакций, а также ситуации жизнедеятельности как одной из основных причин, вызывающих психические состояния, нами была поставлена задача исследования взаимосвязи психического состояния субъекта в зависимости от поведенческой стратегии в ситуации морального выбора. Была выдвинута следующая гипотеза. Для различных поведенческих стратегий в ситуациях морального выбора характерны отличия в личностных характеристиках, таких как эмоционально-ценностное отношение к нравственным нормам, моральная ответственность и моральная нормативность, а также текущих психических состояний.
Исследуя проблему морального выбора, стоит отметить, что она активно разрабатывается в рамках этики, преимущественно в контексте выбора ориентиров для решения этических дилемм. В контексте исследования морально-этического развития детей, соотношение с механизмами регуляции морального поведения, пониманием правды, применительно конкретным этическим проблемам, таким как эвтаназия, суицид, помещение умирающих в хоспис. И в самом общем виде моральный выбор можно назвать в том случае, если существуют реальные альтернативы разрешения ситуации, выбор является свободным, ответственным и осознанным. Ну, очевидно, что не все ситуации выбора приобретают характер морального, поэтому мы обобщили основные критерии, выделяемые исследователями касательно таких ситуаций. К ним относятся дискомфортное состояние, требующее усилий воли, отсутствие опоры на ситуативные обстоятельства и мнения окружающих, неотложность, непланируемость этой ситуации, усиление воли и разума, определяющее значение внутреннего мира и нравственных критериев, свободы и самодетерминации и некоторые другие. Как отмечал Леонтьев, именно в ситуациях морального выбора наши поступки подлежат моральной правовой оценке, а также затрагивают интересы других людей. Человек берет на себя ответственность не только за выбор направления, соотносимого с нравственными убеждениями, но и за реализацию выбора и за его последствия. В результате проведенных ранее исследований были сформированы 4 поведенческие стратегии, они представлены на слайде, которые реализуются исходя из 2 направлений или векторов. Первый вектор отражает самостоятельность, желание и активность совершения акта выбора. Он обозначен активность-пассивность. Стоит сразу обозначить то, что активность понимается не как количество принимаемых решений, приводящих к успешному результату, а скорее как способ реакции и ориентации в отношении мира. Под активными стратегиями мы понимаем самостоятельный ответственный выбор, не подверженный внешнему влиянию. Пассивная стратегия характеризуется комфортным поведением, желанием избежать самого акта выбора и, соответственно, ответственности за его последствия. Второй вектор обозначенной моральности характеризуется тем, что поведение ориентируется на правовые, на моральные нормы. И моральные стратегии ориентируются на принципы, на нравственные нормы и идеалы. А моральные поведенческие стратегии ставят в приоритет собственные интересы, интересы окружения. Таким образом, образуются 4 стратегии поведения. Как я уже говорила, нам была поставлена задача исследования влияния ряда качеств психических состояний на поведенческие стратегии. Для этого мы использовали следующие методы. Диагностика психических состояний Александра Октябриновича Прохорова, моральные дилеммы Колберга в авторской модификации, отношение к соблюдению нравственных норм, диагностика уровня морально-этической ответственности и шкала моральной нормативности теста МЛО. На стадии представлены значения показателей рельефа психических состояний в зависимости от направленности поведенческих стратегий. Ну, как видно на первом слайде, на вот первой диаграмме, синим цветом обозначены активные стратегии поведения, красным – пассивные. И видно, что по большинству показателей активные стратегии, эти показатели больше. В пассивных стратегиях поведения больше проявлены такие показатели, как мышечный тонус, бодрость и последовательность. Для лиц, ориентируемых на морально-поведенческие стратегии, это соседняя диаграмма, в большей степени проявлены четкость, мышление, речь, двигательная активность, показатели сердечно-сосудистой системы, веселость, задорность, активность и другие. При этом для моральных стратегий поведения более проявлено состояние мышечного тонуса, координация движений, бодрость и последовательность. Далее был проведен корреляционный анализ применения коэффициента Спирмана. На диаграмме мы с вами видим в таблице, что есть положительные корреляции вектора активность с такими показателями психических процессов, как четкость, воображение, речь, эмоциональные волевые процессы. По вектору моральность есть положительная корреляция только с показателем речь. Также проявлены отрицательные корреляции в
морально-пассивных и аморально-пассивных стратегиях поведения по показателю воображения, что требует дальнейшей нашей интерпретации. И я забыла упомянуть, мы выделили пятую стратегию, она у нас названа стихийной. Это респонденты, которые при опросах не смогли выделить конкретно какой-то одной стратегии, мы их так обозначили. Дальше на таблице представлены корреляции физиологических реакций со стратегиями поведения. Здесь также имеются положительные корреляции по направленности активность и положительные и отрицательные корреляции по моральности и аморальности. Интересно, опять же, отрицательная корреляция выявлена физиологических реакций с пассивными стратегиями поведения, как в морально-пассивной, так и в аморально-пассивной. Дальше, шкала переживаний. Здесь, пожалуй, были самые интересные для нас результаты, поскольку практически по всем показателям шкалы переживаний имеется положительная корреляция с вектором активность и с вектором моральность, что говорит о какой-то тесной взаимосвязи и требует дальнейшего рассмотрения и исследования системного. Также имеются корреляции по стратегиям. И последняя – это шкала поведения. Здесь также у нас выявлены зависимости. Интересно, что по направленности активность поведения имеется положительная корреляция с показателем активность поведения и положительная корреляция с показателем уверенность и открытость. То есть активные стратегии поведения более уверены в своих стратегических решениях. Также имеются положительные корреляции по направленности моральность. Здесь у нас подтвердилась частичная гипотеза о том, что стихийная стратегия поведения указывает на неустойчивость поведения, поскольку она имеет отрицательную корреляцию. Также был проведен корреляционный анализ по показателям отношения к соблюдению нравственных норм. Здесь, пожалуй, самым интересным будет корреляция с показателем ответственность, что также подтверждает, в общем-то, нашу гипотезу. И последнее – это корреляция поведенческих стратегий и моральной ответственности, и моральной нормативности. Здесь у нас есть положительная корреляция по направленности моральность с морально-этическими ценностями. И также интересно, что есть положительная корреляция конкретно поведенческой стратегии моральной активности с моральной нормативностью поведения и отрицательной с аморальной активной. На основании полученных данных можно представить рабочую схему данного явления. Попадая в ситуацию морального выбора, человек реализует поведенческую стратегию и осуществляет выбор на основании деятельности своего разума, данных памяти, отношения к нормам и свободной воле, и тем самым принимает ответственность за свои действия. Результатом выбора является поступок, как сознательное предпочтение одной из вероятных возможностей. Ну и говоря словами современного классика, присутствующего в данном зале, психическое состояние является общим функциональным уровнем психической деятельности, на фоне которого развиваются психические процессы, отражает меру активности, готовности личности к принятию решения, к совершению поступка, выбору определенной формы поведения. Поэтому психическое состояние может выступать как детерминант реализации психического процесса. Ну и в настоящий момент стоит задача дальнейшего эмпирического исследования и теоретического обоснования в направлении определения системы и взаимосвязи этих категорий. Наверное, все. Приглашается следующий докладчик — Зуева Диана Юрьевна. Итак, всем здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня. Рада вас приветствовать на этой зимней школе по психологии состояний. Думаю, предшествующие столь интересные доклады уже могли несколько утомить вас, но надеюсь, что мое выступление все-таки покажется вам легким для восприятия. Итак, я аккуратно хочу представить вам наше исследование на тему особенности построения личностных отношений у мужчин с однополым влечением в зависимости от их сексуально-ролевой идентичности. Ну, что сказать. В каждом обществе, помимо гетеросексуальных союзов, присутствует особая форма отношений – однополые пары.
По мнению исследователей, данный вид партнерства является альтернативой межличностным отношениям. В связи с этим мы сталкиваемся с тем, что феномен однополой семьи все более открыто существует в общественном пространстве, в то время как к его изучению отечественная психология еще только приступает. Актуальным остается вопрос о степени сходства и различиях между однополыми и смешанными союзами, ответом на который может расширить возможности консультативной деятельности психологов при работе с данным контингентом и повлиять на стигматизацию однополых взаимоотношений в обществе. Ну, собственно говоря, поиском такого ответа и является главной задачей нашего исследования, которое продолжается на сегодняшний день, является актуальным. Для начала, я думаю, нужно представить небольшой теоретический обзор, кратко. Тему психологии отношений гомосексуальных пар затрагивали неоднократно, но по большей части в западном научном сообществе. Например, еще в далеком 1990 году Карл Дуглас в своей работе «Консультирование однополых пар», основываясь на многолетнем профессиональном опыте, утверждал, дефицит жестких ролевых моделей поведения создает богатые возможности для творчества. То есть он заметил, что люди с нетипичной направленностью влечения в определенной мере ориентируются на модели гетеросексуальных отношений. Это помогает им выбрать формы для себя, именно формы поведения, отвечающие их потребностям, и отказываться от того, что им не соответствует. То есть они формируют собственную норму, так как таковой в обществе нет. В 2001 году Гейл Саймон отметила новаторский характер однополых семей. Она говорит, что это системы партнерских отношений, для которых существует очень мало успешных образцов, и которые конструируют для себя индивидуальные ролевые модели. Отечественная психологическая наука чуть позже обратила свое внимание на однополые пары, перекликаясь в своих рассуждениях с нашими западными коллегами. Например, в 2011 году Дорофеева и Кудряшова провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что различий в общении между гомо- и гетеросексуальными парами, то есть внутри них, нет. То есть вы видите цитату, и гомо- и гетеросексуалы, помимо чувства любви, связаны общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Поэтому, на наш взгляд, гомосексуальную пару правомерно называть семьей в полном смысле этого слова. То есть на протяжении уже почти 30 лет, если не больше, изучение феномена однополых союзов, исследователи разных стран приходят к сходному выводу. В нашей работе был сделан акцент на более глубокое рассмотрение этой тематики. Целью исследования стало рассмотреть особенности функционирования внутри пары мужчин с нетипичной направленностью влечения в зависимости от их сексуально-ролевой идентичности. Характеристика выборки представлена на слайде, то есть на сегодняшний день она пока что состоит из 41 респондента молодого возраста от 18 до 28 лет. Внутри выборки было сформировано, соответственно, три подгруппы согласно предпочитаемой роли в сексуальных отношениях. Материалы и методы, которые мы использовали в исследовании, это полуструктурированное интервью, анкетирование на определение сексуальной ориентации, модифицированная методика оценки сексуального профиля Потемкиной, проективный рисуночный тест «Паук, паутина, жертва», проективная методика «Фигура, поза, одежда». Ну, результаты применения коэффициента ранговой корреляции Спирмана представлены на слайде. Я чуть позже перейду к их трактовке. Сейчас мы можем заметить полученные связи между параметрами экспрессивность, разнообразие сексуальных контактов и избирательность как показателями методики оценки сексуального профиля. Также интересна корреляция размеров изображений паука и жертв проективного теста, соответственно, паук, паутина, жертва, и параметра сексуальной привлекательности по методике фигуры, поза, одежда. Но прежде чем перейти к интерпретации полученных результатов, предлагаю ознакомиться с, скорее всего, малоизвестной методикой паук, паутина, жертва, чтобы связать ее данные с остальными показателями. Здесь вы можете видеть примеры выполнения данной методики. Обозначу основные параметры. Паук
является отражением, то есть восприятием самого себя в личных интимных отношениях. То есть размер паука является показателем самооценки, степень ее реалистичности, степень удовлетворенности собой в своих интимных отношениях. Жертва – это восприятие партнера, романтических отношений, его важности и авторитета в паре. Я надеюсь, всем видны, да, примеры изображений. Итак, переходим, соответственно, к результатам. Да? Что было получено в ходе исследования? Различий между мужчинами с однополым влечением в соответствии именно с их сексуально-ролевой позицией крайне мало. Нами были обнаружены значимые различия по показателям экспрессивность и разнообразие сексуальных контактов. Можем сделать вывод, что мужчины с нетипичной направленностью влечения, определяющие свою роль как активную, имеют значимо низкие показатели по параметру экспрессивность в сексуальном профиле, в отличие от представителей остальных ролевых моделей. А молодые люди, предпочитающие более пассивную позицию в паре, стремятся к многообразию способов и форм сексуального общения, в отличие от приверженцев активной модели поведения, у которых наблюдается сниженная потребность в разнообразии сексуальных контактов. Эти данные подтверждают полученная положительная корреляция между параметрами экспрессивность и разнообразие сексуальных контактов, которая говорит о стремлении мужчин, являющихся более эмоционально выразительными, к различным способам и формам сексуального общения, ну, соответственно, и наоборот. Наряду с этим отмечается обратная связь экспрессивности и избирательности, свидетельствующая о склонности эмоционально раскованных лиц к сниженной избирательности при выборе сексуального партнера. Также получена обратная корреляция по показателям разнообразия сексуальных контактов и избирательность, что завершает общую картину. У молодых людей с нетипичной направленностью влечения повышенное стремление к различным способам и формам сексуальных контактов сочетается со сниженными требованиями в выборе партнера. Если обратить внимание на показатели проективных методик, то мы можем отметить обратную связь параметра избирательности и размера изображения паука, да, как я вам показывала примеры. Это говорит о том, что молодые люди с реалистичной и повышенной самооценкой имеют менее строгие критерии при выборе сексуального партнера. Также отмечается положительная корреляция между размером изображения жертвы и показателем сексуальной привлекательности, которая показывает, что если в качестве более сексуально привлекательного выступает представитель мужского пола, то в структуре романтических отношений наблюдается его повышенная значимость как партнера. То есть получается, что в однополой паре наблюдается идеализация друг друга. Каждый считает своего партнера важнее себя, ставит свои интересы, его интересы выше своих. Это является одной из выявленных специфических черт гомосексуальных отношений. Итак, подведем итог. Нами было обнаружено, что мужчины, определяющие свою ролевую позицию как активную, являются более сдержанными в эмоциональной экспрессии, склонны испытывать трудности в выражении своих эмоций. Можно говорить о возможном сходстве с позицией мужчины-гетеросексуала в смешанной паре, который по социокультурным предписаниям также является менее эмоциональным в своих проявлениях, чем его партнерша. Мужчины-гомосексуалы, определяющие свою ролевую позицию как пассивную, обладают более выразительными эмоциональными реакциями по сравнению с остальными вариантами сексуально-ролевой идентичности и, в отличие от гомосексуалов активной позиции, заинтересованы в многообразии способов и форм сексуального общения. Почему? Ну, потому что это способствует переживанию более сильных, более ярких, интенсивных эмоций. При этом потребность в разнообразии сексуальных контактов может реализовываться как в наличии качественных вариаций процесса сексуального общения, так и в многообразии сексуальных партнеров. При этом отмечено, что сниженная избирательность при выборе сексуального партнера характерна молодым людям с реалистичной или повышенной самооценкой. Этот факт дает основание предположить, что у мужчин с однополым влечением, предпочитающих пассивную роль в паре, чаще отмечается реалистичная или преувеличенная оценка себя и своих возможностей.
Специфичным феноменом для однополых пар оказывается преувеличение значимости партнера, готовность подстраиваться и перекладывать ответственность на него. Здесь актуально использовать термин «ситуационное лидерство» в социальной психологии, обозначающий распределение функций и ответственности в паре в зависимости от степени компетентности, наличия большего опыта в каждой конкретной ситуации. Ну и также примечательно отсутствие значимых связей ролевого поведения и гендерной самоидентификации, что расходится с принятым социальным стереотипом, связывающим эти параметры. Таким образом, мною были представлены основные, но не единственные выводы, полученные в процессе исследования. Озвученные результаты кажутся нам интересными и нуждающимися в продолжении изучения. Ну, собственно говоря, я благодарю всех за внимание и готова ответить на возможные возникшие у вас вопросы.